Ну вот, мы отъехали от Люденшайда. Сколько? 7 километров? Да. И нашли такое красивое-красивое место. Как оно называется? Как оно называется? Эрн, как называется место? Просто красивое место. Как называется это место? Молчок. Не знаю, да? Запрещенное место. И вот это местечко внизу? Вердоль. Вердоль. Какой красивый вердоль. Так, деревья называются бук, да? Да. Вот. А как тогда это назвать, этот лес? Букинский лес? Мы в Букинском лесу. Как я неправильно лес обозвать-то? Ну, сосновый, еловый я понимаю. А как Букинский? Ух ты, глянь-ка, как, какая перспектива внизу. Красиво. Да. Высота не влезает в камеру. Ага. Ну, красивый, красивый лес. Такое водохранилище. Кстати, с питьевой водой. Мы приехали в Алтену. Этот замок называется Бурт Айтене. Сейчас мы туда пойдем. Ой, а что это за надписи? Кто пожертвовал для этого замка? Деньги давал на замок. А, и тех замуровали на вечной памяти? Ничего себе, так можно тут набить свое имя. И копеечку положить. А вот года Мона до 2010. Казино даже жертвовало? Ничего себе. И города вот есть. Это наш банк Маркасы. Он уже пару раз вместе. Вон. Идет она за.
Чуть-чуть такой земной. Чуть-чуть такой земной. Смотри. Пересел. Он тоненький такой. С собой, может, заберем его. Не поймет, проснется. Быстро, быстро это. А он второй тоже. Бодренький попадает. Тут еще бодренький. А зачем ты меня кусил? Я. На, иди сюда. Ой, ты какой хороший. Ой, ты хороший какой. Другой маленький. Малыш. Ну такой он миленький, его на ручки можно взять. Как котеночка. Кушать хочешь? Ози. Как они разговаривают, интересно. Как шпионы какими-то звуками. Глянь, любопытный какой. Еще посмотрел так. Обезьянка, обезьянка, покажи свою мордочку, покажи свою мордочку. Какая же бабжорка уже наелась. Это, видишь, кормящая мама, походу. Thank you.
А вот этой попок хорошая. Мама, у меня еще тут орех есть. Такой. Она по кусочку кушает. Я не люблю. Ты понюхала? Так интересно. Еще, знаешь, так между делом, как будто две подруги болтают. Ну давай, ладно, что там у тебя? Вот бы побаивается, тот постарше, видимо. Пришел такой. Ну давай уже, мне тоже. Да, я тебе ладошку повешу. Давай, я сам выберу. Вот так. Ну как оно? Ну да, круто. Кстати, прикольно сделано, да? Да. Ну классно, да, такой погодой. Вот концовка у них вообще не алло. Вообще не алло. Интересно, что сюда не бегишь? Они боятся людей.
Вот это вот Люксембургская Швейцария. Начало тропы. Это священный камень. Кто к нему приблизится, желания исполняются. Как круто. Ребята, как круто. Ура! Я до него дошла. Я тебе сказала, не играй сейчас с ними. Я вижу тебя. О, здравствуйте. Как вы вовремя. Уже начинается. Ничего себе. О. Это мы оттуда пришли. Невероятно.